Эх, здорово, народ, с вами Дима Грант. Продолжаем рубиться на нашу ферму. В общем, купил я старенький карьерный, так сказать, грузовик. Татар называется, 713, даже еще номера не перевесили. За границей буквально продавался, это рядышком у нас. Вот. 600 километров проехал, прям даже вуй не думал. Единственное, что мне в нем нравится камера такая большая такая. Вот, а так аккуратненький КамАЗик, весь выглажен, очищенный, казалось бы. Он, блин, старше, чем наш автопарк вместе взятых, и он спидометр не работает. Вот, воздух вроде ничего не спускает, и поскольку это Татра, она, видишь, какая ленивая. Вот, сейчас едем за грузовиком, ой, за грузовиком, за прицепом. Кстати, в чем прикол, десятку обошлось. Десятку, прикинь. Вот, но вмещает он просто дохренище. В этом весь и прикол. Не знаю сейчас, как он подтянет эту тяжесть. Сейчас мы опять едем в карьер. Сейчас возьмем прицеп заодно сразу же. Сейчас КамАЗ его выкатим. Блин. Классная тачка вообще. Так, дальше сюда поставим. Так, аккуратненько. Паркуемся. Ну, не так уж несуразно это выглядит он. Да, прям не совсем так. Ну, посмотрим, что он будет из себя представлять. Данный грузовик будет фоткаться, он будет вообще классный с ним. Прям классный. Возьмем прицеп наш и поедем. Надо будет тоже натаскать тут всякого барахла, чтобы хотят нам дорогу сделать. Ну и на домик теперь нам есть на чем копить. Немножко мы переделались, так сказать. По большей части теперь у нас грузоперевозки осуществляются. Ну ничего, полями мы тоже займемся. Но пока что не сейчас. Ой, прям классно, да? Ту-ру-ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. Немножко из-за этой камеры мне непривычно играть. Блин, 90, глянь, едет. Ничего себе, да? Может, и на шип какие-нибудь ему потом сделать. Ну, им есть чем позаниматься. Крышку, по-моему, покрасить надо. Мужики тут сколько уже катаются, и так дорогу не прикатали даже, ни хрена, прикинь. И так все вот в объезд катаются. Ну, кому как. Надо будет вот это вот 45-е, 46-е поле выкупить. Не заставить их тут ездить, заправку свою поставить. Блин, ну мне прям нравится. Классно, блин. Видишь, прям карьер появился, и прям резко много работы появилось. Потихоньку, ну как это, не потихоньку сказать, а очень сильно начал город раскручиваться. Глянь, его карьерище, ни хрена себе, да? Я про что и говорю. Аккуратненько. Так, куда нам? А, нам сейчас надо еще на весы встать, да?
Вот уже открыто уже, мужики, наверное, на все работают, да? Это они неудобно вообще сделали. Как-то потом на грузовой заезжать сюда. Что ты там нам про нам расскажешь? 14 200. А, ну вот там тоже показывает. Так, нам тоже сейчас в крайний ехать, загружаться. Так. Давай посмотрим, что ты у нас насыпешь. Е-мое. Где у нас песок? Песок. Песок у нас где? Видишь, прям колеса выпрямили сразу же. Назад отъедем. Отлично. Теперь прицеп давай загрузим. Прицеп там вообще, по-моему, копья какие-то мы загрузим. Ну тоже присел путем. Фига, ему тяжело стал, да? Так, сразу же на весы. Тихонько, не буяним. Охренеть, да? 46 тонн. Блин, ну это вообще крайне неудобно, я считаю. Я не имею представления, как тут на фуре выползать. Вообще не имею представления. Не знаю, вряд ли они будут переделать это. Но для фура они там отдельно сделали. Вот такой вот топтрёнок. Ты глянь там. Дымит. Хорош. Слушай, ну он быстрее гораздо едет. Прям гораздо быстрее. Надо проверить, спуститься, что у нас, какие дела. Все нормально вроде. Грузовик новый. Ну, как новый, для нас новый он. Ну, вроде нормально все. Ну давай сейчас посмотрим, в гору пойдет. Ты глянь, он коптит как. Я, короче, хочу это купить американца. Ну, носатого какого-нибудь. Блин, я поглядел, там ценники у них бешеные. Ну, почему бы и нет. Вот. Прицеп тонаровский какой-нибудь взять. Тоже длинный, чтобы прям тащить о нем можно было много и все. Вот что знает, прикол в носатых грузовиках, потому что у них, так сказать, вес немножко по-другому измеряется. То есть перегрузы ему не страшны, вот так я скажу. Если в физическом плане, может, он там ехать еле-еле может. Понял прикол, да? Блин, мне прям нравится. Видим, то, что они не сочетаются, кстати. Прям хорошенький, прям мне нравится. И КамАЗ мучить не будем. А то сейчас опять это осень настанет, а он будет чахнуть.
Сейчас в мае поставим свой гараж и гриш домик поставим. Опять же, как на нем денег хватит. Сейчас мы, кстати, должны путем заработать. В прошлой серии десятку подняли, сейчас должны, может, 1015 привезти. Как бы фактически мы в 2 раза больше привезем сейчас. Вот. Тачки вообще дорожины стоят. Китайца смотрю, там тоже больше сотки стоит. Больше сотки. Понимаешь? Тут можно его пол карты скупить, точнее, ну, полгорода, так скажем. Вот, и на них зарабатывать. Нам трактор надо будет тоже купить. Денег нет на него. На все надо деньги, да? Денег у нас нет. Блин, не там поехал. Ладно, ничего страшного. Тут проедем. Мы будем 64-е поле скоро выкупать. Видишь, прям нехорошо накатали дорогу-то. Немножко не прохожу. Вообще не прохожу. Плиточный дом поставил себе тут. Мне надо вопрос решать, как они тут ездят, вообще я не представляю. Тут тяжело. А, я, наверное, опять не тут поехал, да? Надо было через поля ехать. Да, видишь, какое я село. Не тем путем еду и сам же огребаю за это. Не, мне прям так нравится. Он прям сейчас за один рейс себе и окупит. Конечно, он бензо прям путем сожрал. У них расход там вообще шеебнутый там. По 40, по 50 литров солярки. Ну, поэтому так коптится смесь, наверное, богатый, надо поглядеть. ТНВД, что с ним. Давай, поехали. Так бы да, я бы китайца бы купил бы кого-нибудь. На нем жарил бы. Сколько мы тут совсем чуть проехали, глянь, капец, да какой? Так, ну, наверное, все так же, да? Сюда куда-нибудь. Давай, 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 давай. Ну, в горы прям крайне тяжело идет. Ты глянь, как коптит он. Идем прицеп какой-нибудь длинным, да? Вот, нам где-то вот здесь высыпаться. Ага. Пошла жара, давай сейчас вперед проедем. Ой, не туда же макнул. Угу. Ни хрена, сколько бабла у нас тут сыпется. Охренеть. 35 косарей. Охренеть, ты прикинь. 35 косарей. Это до хрена. Прям очень до хрена, ты посмотри. Это нифига себе. И хрен знает, что он даже бензина много жрет. Слушай, надо поглядеть, может, прицеп какой-нибудь есть побольше. Может, на эти деньги прицеп поехать сейчас купить.
Просто даже не знаю, что можно взять за эти деньги. А, подожди, у нас свой есть нефазовский прицеп. Он 25, по-моему, вмещает. Это 18 вмещает. Надо поглядеть сейчас. Нет, Татар вообще прям топ. Я теперь понимаю, почему мужики туда рвутся все работать. Поехали. Блин, что такое придумать-то, мужики? Вообще не видать, куда я поехал. Никуда-то я не туда поехал. По всей видимости. А, отлично накатано. Видимо, я все сюда правильно поехал. Так, ну давай еще один рейс сделаем. Еще такую сумму денег поднимем. Блин, можно поле смело покупать. И дом ставить. Конем простенький, но поставить можно. Ну да, понимаю, да, скажи. Это что-то с чем-то, народ. Мне прям нравится. Не знаю, как вам, мне прям нравится. Прям, как говорится, душа поете. Так. Ну, сейчас мы быстренько сейчас едем. Отвезем. Прям быстренько-быстренько. Не знаю, как быстро он нас сейчас довезет. Пум-пум-пум. Надо посмотреть что-то поприкольнее, Татры. Наверное, у нас не белорусский, ничего себе. Прям нравится. 40 кубов чисто только в Татре помещается. А если борта нарастить? Ух, заживем, да? Так, ну смотри, я даже опять же пары до времени может быть столько песка ловить. Ой-ой-ой-ой. Потихонечку, аккуратненько едем. Прикольно, прикольно получается, народ. Давай, Камазядзе. Так, тихонько. Блин, узко у них, как здесь. Я не знаю, как они на тягачах катаются. Надо их поинтересоваться с этим вопросом. Так. Сейчас взвесимся. А, ну, в принципе, да, тут реально заехать. Просто надо правильный угол взять. Вот уже второй раз мне уже легче заезжать сюда. Там прицеп споткнулся. Блин, я сколько тут проехал тут? Совсем чуть-чуть. Тут рядом уже всем у нас. Несколько километров проехал и капец. Ну и... Так.
Чик. Все, пошла загрузочка. Вперед потихоньку давай проедем. Все, помчали. Прям, ну, нещадно тяжело. Я начинаю понимать, почему он десятку стоил. Парил, походу, тоже не работает. Тише. Короче, народ, надо поле выкупать. Нет, сейчас тягач нормально купить. Кстати. Ну ладно, сейчас мы отвезем, посмотрим, сколько будет прицеп стоить. Там один прицеп есть. Конечно, он не такого цвета. Ничего. Сельхозный прицеп. Не помню кого, не фазовский он, ТГБшный, не помню. Я помню, даже современный. Давай. Ни хрена его, еле-еле затолкали. Но он тогда вообще осяет. Так, ну поехали. Да, я понимаю. Газует он прям по самой небалой. Так, ну сколько мы так выехали, можно сказать, да? Сейчас самое главное не блудить нам. Ехать по заданному маршруту. Кстати, у того прицепа колес больше. Но они не выше. Там про дорог херонь. Ну, вы сами видели. Там подъем бешеный. Аккуратно. Аккуратно. Да, я бы борта бы нарастил бы. Просто прицеп быстрее купить. Во-первых, ты знаешь, где он продается. Вот. И ничего делать с ним не надо. Просто зацепил и погнал. А это старенький наш прицеп у него. Как вы помните, тормоза не работают. Трин-тин-тин. Опять не тут поехал. Ничего, сосед, прости меня. А бог так не буду. Ух, тут занесло. Так, ну мы будем теперь пораньше заворачивать. Вот и все проблемы. И по асфальту мы гораздо больше здесь едем.
55 кубов. Обалдеешь, да? Ой-ой. Блин, эти NPC-шки вообще ездить не умею. Я по краю еду, а он все равно прет. Так, пока никого нет, давай сразу зарулим, чтобы скорость не терять. Так. Сходу, давай. Прям на ходу. Как говорится, успех у нас теперь неизбежен. Все, ура, приехали. 46 тонн в вашем распоряжении, господа. Так, аккуратненько. Тихонечко. Так. Ну все, народ, тогда будем здесь заканчивать. Вы обязательно на канал подписывайтесь, кушайте тортик. Ну и всем, что-то даже подорожало. Даже подорожало. 35,5 нам заплатили. У нас первые 100 тысяч баксов наши. Первые. Ты не обалдеешь, народ. Все, тогда ставим лайк. Подписываемся на канал. Всем горячего пирожочка и покидываю, народ.